День знаний в Беларуси в этом году пройдет в понедельник, 2 сентября. На Личине в новом учебном году будут обучаться более 14 700 школьников. Почти 1700 из них впервые сядут за парты. Давать им знания будут свыше 2500 педагогов, в их числе 65 молодых специалистов. Дошкольные учреждения Лиды и Лидского района будут посещать более 6000 малышей.